обыкновенный день, июньский, голубой, босых людей из деревень по тракту велком двой. Безволен был последний путь, но вот в одном ряду отстала женщина и грудь достала на ходу. Кормила мать в последний раз ребенка своего, не отрывая хмурых глаз от личика его. В толпе, как ветер пошуршал, пронесся тихий плач, и что-то хрипло покричал по-своему палач, и зашагал быстрее народ по смертному пути. Синел июньский небосвод, лен начинал свисти.